Вот босоножки, которые я хотела, задумывала. Вот один я уже сделала. Теперь покажу. Один я сделала, но еще, правда, пока не приклеила. Почему? Ну, чтобы, возможно, и не надо будет, но, может быть, нужно будет сравнивать с другим. Ну, приклеить — это самая уже легкая часть. Приклеить к подушке — это самая легкая часть уже. А поэтому вот такая вот красота. Такая вот красота у меня получилась. А теперь хочу рассказать поподробнее, как я это делала. Вот у меня получается здесь выкроены все мои детали. Это вот запятник. Вот он состоит из двух деталей. Передняя часть — тоже две детали. Застежечка, о которой я говорила, сантиметр. Спасибо. Тоже две детали. В общем-то, все по две детали, кроме вот этой части. Это стелька. Стелька, которую я буду клеить. Вот стелька, на которую я буду клеить теперь. Ну, это наш уже готовый, так сказать, практически босоножек. Его откладываем. Что зачем? Для начала нужно сделать стельку, потому что все остальное будет крепиться к ней. Поэтому нам нужно обезжирить две эти поверхности, изнанку и саму стельку. Вот у меня есть 646 растворитель. Нужно все обезжирить. И ту часть. Ну, вот я обезжириваю. Вот тут у меня то, что я выкраивала. Так, и эту часть. Получается, из-за того, что у меня здесь было фломастер, нужно взять другую штучку. Вот. Так, теперь обезжириваем внутреннюю часть стельки полностью. Потому что, ну, я и руками бралась, и она лежала везде у меня. Так, по очереди, в общем-то, все обезжириваем. Видно, что быстро высыхает, пятен не оставляет. Ну, так, в общем-то, протёрли. Клеить я буду на клей для смоков. Здесь нет, это я просто в ванночку перевела. Почему для смоков? Потому что подошва у меня, ну, в принципе, все можно клеить и на эрит, будем использовать и на эрит. Но на данный момент будем клеить к подошве десмоколом, потому что полиуретановая подошва, к полиуретановой подошве приклей всегда нужно брать десмокол. На эрит не подойдет. У меня полиуретановая подошва, поэтому пользуемся десмоколом. Так, вот я ее обезжирила. Теперь буду наносить клей. И туда, и туда. Ну, чем-нибудь, неважно чем, каким-нибудь кладчиком, чем-нибудь нужно, чтобы это дело все хорошенечко, очень хорошенечко намазать. Мне удобно не специальной кисточкой, потому что от клея все загрубевает, застывает, это все потом мыть. Мне легче выкинуть, и чем что-то другое. Взять какую-то палочку, что-то намотать. Ну, в общем-то, без разницы что. Вы делаете то, чем вам удобно. Мне удобно так. Я вот зубочисткой, там уже полно всякого клея. То есть
сегодня я уже клеила первый босоножек. Тут уже у меня на свет проверяю, все ли я намазала. Оно отблескивает по-другому немножко, поэтому видно. Ну, во всяком случае, на этой стельке. Напоминаю, что если у вас стелька не мягкая, то нужно сначала купить к ней мягенькую такую часть, чтобы к ногам было приятно, комфортно и амортизировало. Ну вот, я намазала. Все, теперь быстренько намазываю. А, еще торец нужно намазать. Вот этот вот торец тоже нужно промазать. Этот торец, а потом, когда немножко подсохнет, нужно будет и вот здесь промазать, потому что подошва, вернее, кусочек кожи эта деталь будет заворачиваться. И ее я тоже буду... Ну, в общем-то, ее нужно приклеить полностью. Вот так вот делаем. Смотрим, чтобы везде хорошо было. Каждый приспосабливается как может. Я приспособилась так. Руки, конечно, всегда все равно клеят. Аккуратнее не получается. Это я пока намазала. Теперь стельку. Со стелькой вот, распределю клей, чтобы было легче мазать и его накладывать. Вот. Ну, пока достаточно. Хочу распределить. Если останется что-то лишнее, я назову в бутылочку. В общем-то, так, в общем-то, всю стельку. Клей Десмоков более жидкий, чем Наэрит. Поэтому его легче распределять, чем клей Наэрит. Тем более, что мой Наэрит уже немного подсох. Для растворить, чтобы наэрить, нужно специальный растворитель. У меня его нет. Так. Все. Намазала. Отлично получилось. Теперь отставляю это. И пусть оно высыхает. Клей должен подсохнуть где-то минут, ну, до 10 минут. Теперь, я как и говорила, нужно сделать оборотную часть этой стельки, чтобы я могла потом приклеить. Вот я сразу это намазала. Можно не сразу намазывать, можно потом намазать. Это когда вы уже приклеили основную часть. И еще. Клей Десмокол я всегда, прежде чем приклеить, я его активирую строительным феном. Ну, в принципе, любой мастер вам скажет, что Десмокол активируется феном. Так, если что-то не домазало, можно будет потом домазать, в принципе. Не принципиально. Так, нужно найти поклей. Немножко с таким заходом делаем это.
наливаю специально немножко отдельно, потому что, ну, чтобы основная часть клея у меня не засыхала. Поэтому удобнее, если вы нальете в более меньшую посуду. Хотя, может, у вас есть и клей из тюбика, тогда вообще хорошо. Но у меня клей такой. Такой, потому что я делаю валеную обувь, а на валеную обувь клей из тюбика большой расход, невыгодно. Ну, в общем-то, все. Смотрим 10 минут. Через 10 минут покажу дальше. Так. Ну вот, прошло наше время. Теперь клей уже подсох. Теперь будем его активировать строительным феном. Главное, я делаю на единичке, и будет видно, что клей, ну, скажем так, как закипает. Самое главное, ничего не спалить, ничего не расплавить. С кожей-то, в общем-то, особо ничего не случится, а вот если это подошва или что-то синтетическое, то все возможно. Поехали. Прогреваем хорошо. Прогреться оно должно где-то до 70 градусов. И оно видно, как начинает больше блестеть клей. Активироваться он начинает, он сразу начнет липнуть. Главное, ничего не сжечь. Так, и кожу, видно, вот она так прямо свернулась. Я ее теперь... Оно когда разогревается кожа, она разворачивается. И сейчас клей активизирует и приклеим нашу стелечку. Это первое, что нужно будет сделать в бассейне. Что вот видно, что оно вот здесь вот аж закипело. Вот здесь вот видно. Ну, вам может ничего не видно, не знаю. Нужно периодически то стельку греть, то часть, то кожу греть. Так, ну, теперь поехали. О, видите, она аж прилипает все. Вот она так прямо аж заблестела. Ну, времени нет дальше разговаривать. Не особо натягиваем. На данный момент кожа достаточно податливая за счет того, что она теплая. Поэтому вот ставим на нашу, на начало, на контур. Не тянем, потому что я в той части потянула, ну, в том босоножке потянула. И потом пожалела, потому что оно плохо потом заворачивается плохо это дело все. Все прямо хорошенечко пальчиком, потому что здесь у меня аж простроченная часть под низом, и я ее вот хорошенечко продавливаю, чтобы оно все хорошо приклеилось. Для любого сапожного клея это очень важно, чтобы все палец порезала, не могу. Чтобы оно прямо сроднилось с вот этой частью. Вот, вот оно вот так вот стало у меня.
Так, теперь дальше греем вот эту часть. Убираем подошву, она нам сейчас не нужна. Теперь греем вот эту часть внутреннюю. Ой. Греем одновременно. Нужно единственное, что посмотреть, везде ли вы проклеили. Ну или можно еще раз проклеить. Греем. Активизируем клей. Главное не спалить кош-картон. Как я и говорила, это у меня были стельки со старых босоножек. Решила ничего не менять. Использовать именно эту стельку с кош-картона. Ну вот, в общем-то, активизировала я клей. То, что там, где не будет нанесено клея, там оно не приклеится. Так что не переживайте. Все. Теперь загибаем. Потихонечку загибаем. Эту часть, вот здесь видно, что оно не идет, поэтому нужно вот в углублении немножко подрезать. Вот я подрезала и можно немножко подогревать еще, натягивать. Вот в этой части, вот теперь мы уже можем натягивать. Ну, не только можем, но и нужно натягивать. Вот здесь как-то не прилипает. Сейчас еще раз клей. И... Так. А вот эту вот часть мы берем, остыла уже, нужно подогреть, и потихонечку делаем такие заворотики. Вот видно, что здесь же закругляется, поэтому будут такие заломы. Ничего страшного в этом нет, мы их потом срежем. Ничего видно абсолютно. В общем-то, их нужно делать, чем меньше они, тем лучше. Вот между собой склеилась. Ай-яй. Вот надо вот эти все. Можно даже можно плоскогубцами потянуть для того, чтобы вот здесь убрать вот этот, вот эти вот уголочки. То есть сделать достаточно, ну вот, чтобы это было плавненько, кругленько, красивенько. Вот это вот мы сейчас тут немного подрезать. Подогрею. И тоже вот таким образом можно сделать. Вот прямо вот так. Тут главное нам сделать, чтобы лицевая наша часть была, о, кругленькая. Красота.
получилось. Теперь можно это все зажимать. Это все мы срежем. Ничего здесь не будет. Так, а здесь что-то клей как-то плохо. Как-то плохо. Еще разочек попробую намазать и еще разочек активировать и приклею. Так, ну вот все. Вот так вот у нас получилось. Красивенько, хорошо, аккуратненько. Но обратная сторона не совсем красивенькая, аккуратненькая. Поэтому вот эти вот все складочки, вот эти вот все складочки нам нужно срезать. Вот так вот потихонечку срезаем либо лезвием, либо ножницами. У меня сапожные ножницы вообще просто супер режут вот эти все складки. Вот так вот нещадно, правда осторожно, чтобы не резануть близко к